Привет, друзья. Ой, нет. Привет, друзья, и вам, враги, привет. В общем, как обещал, я иду на могилку к своей собаке. Очень-очень давненько, уже года два, наверное, или три, даже не помню. Похоронил, короче, клещ укусил. Чуть попозже я вам все расскажу, как и что было, как что произошло. Вот, я не знаю, сейчас найдем или нет, идем с Артемом. Вот, Артем, поздоровайся. Подписчиками. Здравствуйте, подписчики. Подписники. Я вот чувствую. Почти 300 тысяч у меня подписчиков. 300 тысяч платят? Ты поворачиваешь голову. Я просто вот сюда поворачиваю голову, и меня отвлекает вот это вот. С экстрасенсом. Вот здесь мы заходили вроде. Здесь. Точно здесь. Сейчас дальше найти это все. Вот здесь, я помню, мы собирали белые грибы были. Вот на это. А это не колба? Где? Вот это. Да, вон привязана собака. Нет, это не колба. Там привязана овчарка. Твои слова водиться, так и не водиться. Что-то я иду песни, я по идее, у меня скорбь должна быть. Смотри, какие цветы растут. Как они называются? Ну, тут лесных всяких много. Нет, именно вот этот цветок. Вот пусть свои подписчики ответят. Да, что вот это вот за цветы? Который желтый с синим. Ну вот, ага. И вот еще. А, ну желтый с синим цветок. Хохловник. Украинник. Слава Украине, героям слава, потому что. А сам-то что, одет желтый? Желтенькие шорты, но оранжевые. И такая с голубоватым майка, прям как это. Настоящий украинец. Потому что Артем Порошенко. Потому что здесь просто граница проходит. Чего? Да-да-да, вот по этой, кажется, мы шли тропинки, по главной, по большой. Куда-то надо было свернуть. Смотри, вот дерево. Еще дальше, еще дальше, еще дальше. Ничего здесь нападало, деревья. Ну да. Идем вот туда. По-моему. Нет, еще прямо. Там должны пройти через... А, вон то, подожди, вон то, наверное, два дерева. Через нормальную поляну такую, да, светлую. Я понял, вот, там... Смотри, вот поляна была, вот. Она заваленная, вон такая. Не-не-не, прямо... Правильно, вот по этой мы идем. Вот два этих, два дерева. Еще и... дальше, ты шо? Нет. Да, точно дальше. Мы проходили через большую вон там поляну, которая была яркая, солнечная. Не спорь, я вон просто там. Поворачиваю голову, считываю информацию. Так, срочно нужны экстрасенсы. Слушай, ну мы точно... Вот эти два дерева были, по-моему. Бугорок мы точно уже не найдем. Там шлейка была. На дерево, да, мы на дерево, я пробивал его шлейку. Подожди. Туда еще дальше, дальше. Мы проходили, вот это дерево упало потом. Мы проходили туда еще дальше. Точно дальше. Смотри, а вот это недавно упало. Нет, оно, кажется, уже было. Куда-то мы туда дальше. Смотри, здесь вот какая тропинка. Короче, туда еще дальше нужно пройти. Нет, мы не близко были к домам. Да, еще дальше нужно пройти. Но грибов еще нету. Но дождя не было, поэтому и грибов-то особо нету. Здесь много было мухоморов даже. Ну да, все такое заваленное. А не вот это вот? Не вот здесь, а? Фиг найдешь, конечно. Я вот не помню, может, вот это? Ай. А уже, наверное, клещей нету. Нет, они круглый год есть. Но они через какое-то время, они просто, короче, потом как комары кровь пьют, и ничего уже с них нету. Я думал, что вот это дерево, но нет, не это.
Не-не-не, точно дальше. Дальше туда еще. Я тебе серьезно говорю, мы обходили вот там вот ту поляну. Не, Артем, эту поляну обходили. Вот видишь, где там солнце? Да-да-да, мы ее проходили и вот где-то там прям поворачивали. Да, короче, Жора жил со мной почти 10 лет. Был единственным моим верным другом. И, короче, укусил его клещ. Ну, это голая китайская лыса. Мы причем даже не увидели этого клеща, потому что он, видимо, укусил ее и отпал. Вот. И через какое-то время, короче, он слег. Пожелтел быстро, ну, как бы на его теле было видно, что он желтый. Вот, мы сначала не могли понять, что это, как в интернете смотрели, знакомым писали. А потом тут через какое-то время мы поняли, что это... Ну, по возрасту ему, да. Конечно, его подкосили. Да, ну, потому что он уже старенький был. Вот, и, короче, в итоге потом мы повезли его в ветеринарку. Пока там сделали кое-что анализ, кровь взяли, пока туда-сюда, потом кое-что прописали, все. И в итоге, короче, мы так его не спасли. Он, короче, под утро, не знаю, из последних сил, короче, он на кресле был. Из последних сил, короче, встал, каким-то образом запрыгнул ко мне на кровать. Не знаю, потому что он даже ходить уже не мог. Он уже печенью рыгал. Да, он уже прям печенью рыгал. Прям жестко. То есть там, короче, когда этот клещ кусает, там разлагается печень. Вот. Короче, запрыгнул ко мне на кровать, я проснулся, переложил его обратно, короче, на это, и прям сел перед ним. И он прям вот так, прям вот, когда же как в фильмах или что-то вот рассказывает, последний такой вздох, причем воздух в себя взял, и все, и отключился. Короче. Не-не-не, где-то что-то, блин, а если кто-то эту шлейку оторвал, тогда мы вообще не найдем. Да, здесь еще непонятно. Вот, точно, вот эта вот тропинка была, вот через эту, а? Не знаю. Вот точно по этой тропинке мы заходили куда-то сюда. Но, слушай, я не разбираюсь, я всякие разные грибы собирал, но вот опята... Не, это, наверное... Какие-то поганки. Один. Где? Ну не вот здесь, где дерево упавшее. Не-не-не, мы чуть-чуть подальше туда заходили. Да. Вот видишь, вот эта вот полянка, да. И вот мы с нее сюда заходили. Мы вот где-то просто вот. Сворачивали. Вот здесь. Да, да, да. Целый квест. Да, не говори. Но бугорка-то уже не видно будет. А то, что мы какие-то палки там ставили, как могилку делали, это точно, наверное, не видно будет. А это же, ну, шлейка же не могла разложиться на дереве. Да нет, не могла. Если кто-то ее там не сорвал. Вот, нашел. Точно. Даже остались палки. Вот, короче, шлейка. Смотри, обмяй уже, ну, пала. Ну не так. Я думаю, что вообще знаешь прям конкретно. Вот, короче, Жорина шлейка. Такая вся уже. Ну нет, хорошо, мы ее прибили, да? Нет. Ну а что с ней? Она из натуральной кожи. Я думаю, что с ней ничего это не будет. Это реклама сейчас, салон-магазин шлейки на Кутузовке. Да. Надо как-то это, сейчас палку... Да нет, но все же, все видно, понятно. Нет, видишь, никто не шастал. Это вот от снега, наверное. Хорошо, ни дерево не рухнуло. Что, может, еще раскопаешь? Поправить, наверное. Вот так, короче. Нет, ну я пришел просто подивиться, так сказать, посмотреть, что как бы ну все нормально, что не впало, не раскопало, никто там ничего.
Артём решил помянуть. Наступает. Я уже помянул. Жора у меня не пил вообще-то. Не надо ему. Не надо ему. Я мимо все равно. Вот здесь вот провалилось. Ну да, так он вот... ну да, он так вот ровно. Ну что, скопаем, посмотрим, что там. Вдруг он живой. Угу. Раскопал, а там его нет. Но у меня уже прошло такое, конечно, это раньше. Я прям горевал, там плакал. Но он уже был реально старенький, потому что это же как бы искусственно выведенная порода. И они как бы долго-то не живут. Вы вообще, по-моему, с ним уже все прощались. Ну да, 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 реально, да, там уже думали, что ему еще немножко и все. А тут ебучий клещ укусил. Ну вот, короче. Поэтому не ездит никто. Шлейка осталась. Причем Жора где только со мной не был. Реально, и в Кемерово, и в Междуреченске. А коли ездите, то вот... И в Краснодаре. Осматриваете. Что ты за гнездо делаешь? И в Краснодаре, и в Кемерово, и в Междуреченске. Война началась. Я говорю, здесь граница идет, это нас уже. Конечно. Я говорю, что уже подписчики, уже здесь много самолетов. Лес красивый, конечно. Да не надо, Тём, ничего делать. Но самое главное, что как бы это не провалилось, могилка, ничего, все так, нормально. Вот маленько провалилось. Чуть-чуть там это очень страшно. Вот поэтому как бы. Причем это самая такая вот, ну, собака, которая со мной везде там была. Ой, и это. Смотри, а это сюда заваливается. Трухлявое все уже, конечно. Какими-то уже краедами все изъедено. Смотрите, какой я силач на сними меня. Смотри, какой я сильный. Да. Я ломаю деревья. Я ломал стекло. Я ломал стекло. Ну что, что мы на могилке тут это орём, визжим. Жора любит повеселиться. Не, ну слава богу, что все как бы нормально с могилкой, либо ничего как бы не провалено, не про это, так что можно со спокойной душой пойти отдыхать. Лес, конечно, шикарный. Ну, я не знаю, почему вот здесь вот именно грибов нету. Мы с Лариской же тогда искали. Потому что здесь все хоронят своих собак. Кладбище домашних животных. Что, пойдем назад. Пошли через поляну, через эту. Может, надо было это, как ты на могилке своей кошки, это фонарики сюда поставить. И представляешь, кто-нибудь ночью заблудится здесь и такие в темноте фонарики. А, ну да. Короче, вот так, ребята. Такой вот лес. Подмосковье. Все нормально с могилкой. Это хорошо. Что никто. Мы еще думали, что вдруг какие-нибудь там, не знаю, волки, кабаны прибегут сюда. И там, ну, разворошат, не знаю, учуют же как-нибудь там мертвечину. И вдруг разворошат или еще что-нибудь. Так что, ну нет, все нормально. Все хорошо. Да, вот этого, когда мы хоронили, этого дерева не было. Не было, не было. Не было, оно уже потом упало. Да, оно уж потом упало. Вот эти вот, кто-то же какие-то животные делают. Это или суслики, или кроты. Угу. Кротов, кстати, я видел в Гипах. Ну, они как мышки маленькие. Смотри, вот кто-то же здесь ходил. Видишь, протоптано. Да. А волки, кабаны здесь не водятся? Змеи. Кабаны там, где водятся, там ходят. Змеи. Здесь этот. Волки, может быть, и водятся. Белки водятся.
Змеи какие-нибудь. Куницы. Вот там сейчас кто-то только. Да, я тоже услышал. Сейчас какой-нибудь на нас рысь выбежит какая-нибудь. И все, до свидания. И похоронят нас рядом с Жорой. Мы вообще куда пошли? Не, все правильно, туда выходим. Вот большая эта тропинка. Ничего здесь нарыто, нор. Да. Захватили. Не видно, чтобы проверить, никого. Кто там живет, нужно туда пописать. Никого не видно. Комары, конечно, уже изнахратили. Выбираемся отсюда. Комаров, конечно, вообще. Накормили. Как вампиры конченые. С вами. Я чувствую, что у меня уже литра 3 крови уменьшилось. Ну, конечно. Вот, все. Все изрыто, да, каким-то сусликом или кем-то. Но они тоже не дураки сидеть вверху. Ты моя? Да, я моя. Ты оставляешь значки? Нет, я кинул, чтобы потом забрать на обратном пути. Вообще... А если бы пошли не этой тропинкой, ты встал, ну и ладно. Слушай, они в наглую садятся, комары, вообще прям на ходу. Мне кажется, они уже пьют моё пиво. Так, вот на этой полянке были белые большие грибы, я собирал. Поганки. Нет, причем реально белые грибы. Причем только вот на этой поляне были. И больше нигде. Таких грибов нет, просто нигде. Нет, потому что нет, не было и не будет. Но сейчас что-то вообще все заросло. Да еще рано, наверное, для грибов. Грузди точно по осени. Помнишь, мы когда собирали тогда? Да, да. Все, вышли мы. Здесь поле засажено, вот я. Обсажено. Засажено, обсажено. Я вот не знаю, что это такое. Скажите, это овес или пшеница? Или что? Или какая-то греча. Кто знает, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментариях. Все, мы пошли. Помянули. Сегодня устроим вечер памяти. Жоре моему и кошке твоей. А кошку как звали, то я уже не помню. Соня. А, Соня, точно. Вот. Что-то никого нету. Ни дачников, никого. А вон там кое-что вдалеке лошади бегают. Там лошадиная какая-то ферма. Да, там вдалеке лошади бегают. Там женская гимназия находится. Губернаторская, это хотел сказать, да? Все, ладно. Женский летний гинекологический лагерь. Ладно, ребят, короче, всех обнимаю. Спасибо, что сходили со мной на мою собаку и помянули. Так что выпейте рюмочку. Хотя Жора не любил петь, не петь. Петь и петь не любил, и пить не любил. Так что не пейте.